Всем привет! Это команда яхты «Авось». В этом видео мы расскажем вам о том, как мы проходили техосмотр на нашу яхту. Сегодня четверг, 10 часов утра. Яхт-клуб пуст. Одним мы собираемся выходить под парусом. Не знаю, возможно, пойдем под мотором, возможно, под парусом. Посмотрим, как будет ветер. Чтобы пройти техосмотр. Итак, Витя, куда мы едем? Ну, мы идем, а не едем проходить техосмотр на нашу лодку. На нашу яхточку. Авосенька. Надеюсь, придираться особо не будут. Надежда умирает последней. Вроде мы выполнили все требования, предписываемые регламентом. Не только для внутренних вод, но и для морских. Итак, для прохождения техосмотра на маломерном судне необходимо явиться в ГИМС вместе с паспортом, судовым билетом и самим судном. Бланк заявления о прохождении технического освидетельствования заполняется на месте. Государственная пошлина эта процедура не облагается. Тем, что должно быть в яхте для техосмотра, я озадачилась заранее. Однако в интернете точной достоверной информации мне найти не удалось, потому что на официальных сайтах все написано очень общими словами и размыто, а на других специализированных ресурсах информация разная. У одних одно, у других другое. Кому верить, непонятно. Поэтому, когда я ставила яхту на учет, я задала вопрос, есть ли какой-то конкретный список самим сотрудникам ГИМС. Они мне дали сфотографировать вот такую табличку, сейчас она у вас на экране. Собственно говоря, по ней мы и готовились. Решили идти под парусом. Отлично, блин, этикет, так и держи. Будешь на руле? Или на стакселе? Давай я на стакселе. Вот он, идеальный яхтинг. Первый раз вышли без детей на этой яхте. Вон, я уже вижу ГИМС. Да? Вон там вдалеке видишь вот яхты. И вон там вот такое между деревьев синее-серое здание. Вот это голубое здание, прилегающая территория, это и есть ГИМС, в которой мы держим путь. Дозвониться не удалось, предупредить о том, что мы идем. Надеюсь, у них никакого изменения в расписании нет. Кстати, когда я ставила яхту на учет, мне сказали, что в принципе на техосмотр можно прийти по воде своим ходом. Однако в этом случае утром нужно обязательно позвонить в ГИМС и предупредить, что ты идешь к ним своим ходом на техосмотр, чтобы тебя не оштрафовали. Так я и решила сделать. Однако шоу пошло не так. В день техосмотра дозвониться до ГИМС с утра я не смогла. Честно, звонила несколько раз. Гудки шли, но трубку никто не снимал. К счастью, штрафовать они меня не стали. Видимо, очень спешили на обед. Либо просто пожалели. Поэтому, друзья, если соберетесь на техосмотр своим ходом, обязательно дозванивайтесь до победного. В офисе ГИМС мне, как судовладельцу, дали бланк заявления. Я села его заполнять, а Витя пошел в яхту готовиться к техосмотру. Подготовка сводилась к тому, что мы вытащили все необходимые предметы, которые должны быть в яхте, на пирс и аккуратно их разложили и стали ждать инспектора. После того, как я заполнила заявление, инспектор с моим заявлением и документами подошел к нашему судну, вышел на пирс и осмотрел все, что мы привезли с собой. Спасательный круг с плавучим линием 25 метров, два весла, ложе складных. Обязательно должен быть багор, огнетушитель, если есть горючий прибор на борту, аптечка, но она, кстати, сейчас не обязательно, но мы купили все равно. Для морских путешествий нужны как минимум две ракеты парашютные с огнем красного цвета, фонарь для подачи сигналов, звуковой горн. Также вам потребуется как минимум один якорь с якорной веревкой, опять же 25 метров. Также можно приобрести
рацию для речных или морских частот. Она не обязательна для маломерного судна, но для рекомендованной комплектации судна. Особое внимание инспектор уделил спасательным жилетам. А именно, на их внутренней стороне он искал надписи о том, что они сделаны по определенным ТУ и соответствуют ГОСТам. Друзья, если на ваших спасательных жилетах нет такой надписи, техосмотр вы не пройдете, даже если жилеты вполне пригодны для спасения утопающих. А еще сотрудник ГИМС заметил, что в судовом билете у нас указано наименование судна «Авось», а на борту в этот момент названия судна не было. Кто следит за нашим инстаграмом, тот знает, что название судна на бортах нашей яхты располагалось как раз там, где по новым правилам должен находиться государственный номер. Поэтому после регистрации нашей яхты и получения нового номера нам пришлось удалить название и наклеить на это место номер. Но мы сразу же заказали новое для того, чтобы нанести его на другую часть судна. Однако наклеить мы его не успели. Оно у нас осталось в рундуке в яхт-клубе. Но в ГИМС отказались ставить нам отметку о прохождении технического осмотра, пока мы не нанесем название на борт нашей яхты. Видите, пришлось ловить такси и ехать в яхт-клуб, забирать из рундука название и растворитель. К счастью, яхт-клуб располагается всего в 6 километрах от отделения ГИМС, где мы проходили техосмотр. Поэтому поездка у Вити заняла минут 30. Рождение авось. Возрождение. Возрождение авось. Надеюсь, оно не по букве. Ого! Какое у нас название? Как просили, так и сделали. Да, но оказалось темнее, чем я рассчитывала. Как вас сюда прилеплю? А? Над самой водой. Ты с этого борта начинаешь? Большое название, блин. Зато красивое. Большое, не маленькое. Я люблю рвать тряпки. Особенно для красивой женщины. Зачем ты поливаешь водой? Потому что мне нужно смочить, чтобы выгонять не пузырьки воздуха, а пузырьки воды. А ты именно к этому названию уточнял технологию? Та же самая технология. Ты спросил? Да. Я так и пытаюсь, я же начал буквально. Хорошо. Ох, там сейчас такая молния была. Пока мы возились с названием, налетела гроза. Может, что не закончится? Гроза уже ушла в сторону, и мы решили двигать домой из ГИМС, точнее не домой, а в яхт-клуб. Да, потом кому на работу, кому за детьми, еще куча дел, так как сегодня будний день. И все свои дела. О том, как прошел техосмотр, мы вам расскажем подробнее.
друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Мы всегда рады ответить на них, а также рады общению. А, блин, мы же не леньки, а мы фарзовинды, блин. Я не пойму. Причем если леньки?